Было время в моей жизни, когда под своими ногами я почувствовала не опору, а настоящее дно. Я боялась нового дня, понимая, что все становится только хуже. И это были проблемы со здоровьем, с детьми, с финансами. Ну, в общем, навалилось все, что только можно навалить. Жизнь казалась никчемной, тусклой, унылой и безысходной. И тогда я еще не понимала, что к этим результатам, к этой жизни, я пришла сама, своими ногами, а вернее, своими мыслями и чувствами. И в какой-то момент я просто взмолилась: «Бог, если ты есть, покажи мне верный путь. Подскажи, на что мне обратить внимание, чтобы исправить и исцелить свою жизнь». Согласитесь, что большинство из нас в каких-то, ну, якобы безвыходных ситуациях обращается именно к Богу. И да, Бог пришел. И это не был светящийся образ в моей комнате. Бог пришел ко мне в виде новых знаний, новой информации, новых людей и новых идей. И я благодарю себя за то, что в тот момент я смогла обратить внимание на эти знаки. Я почувствовала, что мне туда. И, конечно, следуя за этой информацией, за этими знаниями, я постепенно вылезала из своей жизненной ямы. Я наполнялась новой жизненной энергией. Я увидела свет в конце тоннеля. И очень много и подробно я рассказываю об этом, обо всем на своем другом канале. Он называется «Новая энергия». Если кому интересно и если кому-то откликается, ссылочку найдете в описании под видео. И, дорогие, если вы чувствуете, что ваша ситуация похожа на мою, что вы застряли в каком-то круговороте и не можете выбраться из этого бега по кругу, если вы чувствуете, что жизнь вас абсолютно не радует, приходите на бесплатную консультацию. Я их провожу в Telegram. Ссылочка тоже есть в описании под видео. Консультации абсолютно бесплатные. И мы вместе обязательно найдем какие-то способы, методы, пути для того, чтобы вы начали, ну, хотя бы вылезать из того состояния, в котором вы сейчас находитесь. Если вам даже просто поговорить на какие-то такие темы, приходите на консультацию. Я рада абсолютно всем. И как всегда, всех вас люблю. Всем пока!